Ученые-философы, культурологи, филологи, историки и представители духовенства, преподаватели университетов и школьные педагоги, студенты, учащиеся колледжи и школьники со всей Гродненской области. Всего около 200 участников. В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы проходят 7-е Калужские открытые областные чтения. В этом году на конференции обсуждаются проблемы, которые волнуют современную молодежь. Тема научного форума – «Молодежь, свобода и ответственность». На мой взгляд, это очень актуальная сегодня тема, потому что в наше время, когда все-таки мы постепенно формируем вот свое понимание демократии, конечно, далеко не всегда мы понимаем, вот что такое свобода. Да? Свободу часто понимают как вседозволенность. На самом деле, конечно, свобода – это понятие, которое сопряжено с долгом и ответственностью. Мероприятия в рамках 7-х Калужских чтений пройдут 5 и 6 декабря. В программе круглые столы, дискуссионные площадки, педагогические мастерские и экскурсии. Местом их проведения выступает не только Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Научные и творческие встречи организованы также на базе гимназии номер 2 и средней школы номер 38 города Гродно и в ясли-сад номер 69. Во время их проведения спикеры и участники конференции попытаются ответить на вопросы, где будущее молодежи, на родине или за рубежом, как правильно использовать свободу человека, обсудят аспекты духовно-нравственного воспитания детей, развитие ответственности у родителей, нравственного воспитания молодежи, особенности взаимоотношений молодежи и церкви. Часто звучит такое выражение, что молодежь – наше будущее, будущее церкви, будущее нашего общества. У патриарха Кирилла есть прекрасные слова, что молодежь – это не только будущее, это сегодняшний день. Молодежь, вы сегодня формируете жизнь. От вашей жизненной позиции, от вашего, как говорится, от вашей точки зрения, мировоззрения, зависит наша жизнь сегодня и в будущем. Калужские чтения – это региональный этап Большого научного форума международных рождественских образовательных чтений, которые традиционно пройдут накануне Рождества в Москве.